Балет. Балет – это один из прекраснейших видов театрального искусства, основой которого является русская народная пляска. Как утверждают историки, что ее возникновение, появление точно определить трудно. Однако известно, что к 500-м годам нашей эры на современной территории России уже существовало танцевальное искусство. Самым древним видом русской народной пляски являются пляски-игры. Это когда люди изображали трудовые процессы. Сеяли бросы, собирали лен и другие. И другие виды трудовой деятельности. Также были охотничьи пляски. Это когда охотники имитировали, изображали повадки зверей и птиц до и после охоты. В связи с тем, что первобытные люди не могли объяснить явления природы, они приписывали их силе и воле божеств. В связи с этим появляется религиозно-культовый танец. Одним из таких танцев культового происхождения является хоровод, который исполняли на Троицын день, Ивана Купалы, на Масленицу. И вы знаете, что хоровод – это массовый танец, который, как правило, исполняется в сопровождении хоровой песни. Движение идет по кругу слева направо, и это неспроста. Это круг, это фигура, которая олицетворяет солнце. Вот такой хоровод сегодня мы хотим вам показать. Не как танец увеселительный, а как именно вот религиозно-культовый танец. Перед тем, как сейчас выступит учащийся 3 класса, я хотела бы еще добавить, как раз вот сейчас были слайды, по поводу того, что наряду с массовыми плясками существовали, конечно, и сольные. Это была вот парная пляска, что вы сейчас видите. И перепляс. Перепляс, как правило, исполнялся мужчинами и имел форму соревнования. Замечательно. Значит, девочки, объявляю номер. Девочки, вы приготовились? 3 класс. Учащиеся 3 класса покажут вам сейчас хоровод. Алексей, пожалуйста.
каждое событие в жизни людей сопровождалось пляской. Наиболее богатым танцами семейным торжеством была свадьба. Порядок ее проведения в деревне отличался строгим соблюдением старинных традиций, которые требовали присутствия лица, знающего тонкости обряда, способного руководить его выполнением. Таким распорядителем был Дружко Большой, то есть главный. От его искусства зависел успех свадебного гуляния. Он должен был быть и песенником, и музыкантом, и острословом, и поэтом, и плюсуном. Он пользовался всеми свадебными угощениями и вознаграждался за свою работу подарками и даже деньгами. Иными словами, исполнитель, получавший плату за свой труд, был уже полупрофессионалом. Отсюда лишь один шаг до появления профессионального исполнителя – скомороха, а затем возникновение театрального представления сценического танца. Скоморошество на Руси появилось в 8-9 веках. В то время народ считал, что скоморохам присущ особый дар и рассматривал их как существ, отмеченных Богом, а само искусство – служение божеству. В былинном эпосе скоморох именуется вещим и святым. В начале своей деятельности скоморох был синтетическим исполнителем, мастером на все руки. Но по мере развития искусства скоморохов на Руси стало делиться на жанры. Так возникли отдельные группы – сказителей, сочинителей и рассказчиков сказок и былин, музыкантов и гудошников, представителей инструментального искусства, медвежатников, дрессировщиков зверей, певцов, авторов и исполнителей песен, плясунов и глумотворцев, носителей сатирического жанра. Подобная специализация вызвала образование коллективов скоморох вата, в которые входили представители разнообразных жанров. Эти ватаги стали давать сценические представления, носившие название «позорищ», что на древнегреческом языке означало «зрелище». Во времена Киевской Руси скоморошество достигает большого расцвета. Былины повествуют о присутствии скоморохов всех жанров на торжествах киевского князя Владимира, где они выступали как носители национального искусства. Стенная роспись входа в Софийский собор в Киеве свидетельствует о том, что эти выступления носили форму представления, в котором танец занимал значительное место. На росписи изображена примитивная сценическая установка с занавесом. Костюмы скоморохов, так же как и музыкальные инструменты, возможно, византийского происхождения. Русское танцевальное искусство в тот период находилось на достаточно высоком уровне. Однако нашествие монголо-татар, которому подверглась Русь в XIII веке, на 2,5 столетия затормозило развитие отечественной культуры. Объединение Руси вокруг Москвы и окончательное свержение монголо-татарского владычества в конце XV века возродили страну и открыли путь для дальнейшего развития русского искусства. За это время значительно изменился быт правящих классов. Так, например, была отделена женская половина боярских хором от мужской. Это послужило поводом для возникновения нового явления в профессиональном танце. Раньше плясунами были только мужчины, теперь же появились профессиональные танцовщицы. Летопись сообщает, что в Москве в начале XVI века при торжественном выходе матери Ивана Грозного, великой княгини Елены, на свадьбе ее шурина перед нею шли плясицы. В XVI веке иностранцы получили широкий доступ в Москву. С этого времени в танцевальных представлениях начинает фигурировать маска, машкара, завезенная венецианцами. До этого при святочных играх употреблялись хари, маски, изображающие животных, и личины, изменявшие лицо человека, мочальная борода, парик из пакли и так далее. Как хари, так и личины стремились реально подражать природе. Иноземная же маска носила условный карикатурный характер. Сохранились письма князя Курбского, который упрекал царя Ивана Грозного в том, что он, упившись, начал со скоморохами в машкарах плясать и сущие пирующие с ними. В книге иностранного путешественника Адама Алиария, посетившего московское государство в 30-х годах 17 века, имеется рисунок, изображающий танцевальное представление скоморохов в Ладоге. Скоморохи были одеты в костюмы чиновников, на их лицах маски, что свидетельствовало о сатиристическом характере представления. В середине 17 века из-за борьбы церкви с царем за власть скоморохи подверглись гонениям. Их представления запрещались,
Музыкальные инструменты, маски, костюмы предавались сожжению. Скоморошество возродилось только в XVIII веке, приняв форму ярмарочного театра балагана. За многовековой период своего существования скоморохи внесли большой вклад в историю развития русской танцевальной культуры. Профессионализация народной пляски способствовала ее совершенствованию, а преемственность этого искусства обеспечивала сохранение национальных традиций. Искусство профессиональных русских плясунов и плясиц имело впоследствии решающее значение для развития русского балета. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы теперь многие узнали. А если кто знал, значит, утвердили свои знания. Вот. Я хотела бы вернуться к показу фильма балета «Петрушка», написанного на музыку Игоря Стравинского, постановки Михаила Фокина. Это прекрасный балет, сюжет которого, если вы поняли, происходит на гулянии на Масленицу в Санкт-Петербурге. Премьера этого балета состоялась 13 июня 1911 года в Париже во время русских сезонов под руководством Сергея Павловича Дягилева, первого нашего, если можно так сказать, российского импресарио и мецената. Первые такие русские сезоны, где вывезли, так сказать, нашу культуру за рубеж, это, а в частности, конкретно в Париж, это была выставка русских художников. Это было в 1906 году. И потом Сергей Павлович стал вывозить исключительно, он вывозил и оперу, и именно балет принес славу русской культуре и русскому искусству. Сейчас мы переходим к третьей части нашей лекции. Это появление театрального танца в России. Пожалуйста, Алексей. В XVII веке стали развиваться связи Московского государства с Западной Европой. В 1629 году в Москве появился первый профессиональный представитель зарубежного зрелищного искусства Иван Ладыгин. Это был умелец на канате плясать и в барабаны бить. Царь Михаил Федорович не только тешился его искусством, но и, заботясь о воспитании отечественных увеселителей, велел определить к немцу в обучение 29 юношей из числа московских мещанских детей. В 1672 году по инициативе боярина Артамона Матвеева, пастором Иоганном Грегори, жителем немецкой слободы, был организован Кремлевский театр в Потешном дворце, в репертуар которого входили драматические пьесы библейского содержания. По театральным законам того времени, независимо от жанра пьесы, каждый акт должен был заканчиваться театральным танцем, называвшимся балетом. За рубежом эти балеты носили название «антре» – «выход», так как исполнители выходили танцевать в антрактах из-за кулис на авансцену. В России балеты стали называться «междусеньями» в связи с тем, что ставились они между актами, которые назывались «сеньями», то есть «сценами». Балет в XVII веке не имел самостоятельного значения и, как правило, ограничивался показом ряда бальных танцев, абсолютно не связанных с действием пьесы. В те годы за рубежом женщины еще только начинали появляться на сцене в придворном балете, а в Москве их заменяли молодые мужчины, одетые в женское платье. Кремлевский театр не сыграл никакой роли в развитии русского танца, а явился лишь очередной царской потехой. Лишь спустя четверть века Петр создал общедоступный театр, ставящий широкие просветительные задачи. Городской театр в центре Москвы на Красной площади, где сейчас находится исторический музей, должен был подготавливать население к восприятию царских реформ. Руководить театром Петр назначил голландцев Якова и Карла Койки, знакомых с искусством театрального танцевания. Однако они не смогли набрать исполнителей, и театр был ликвидирован. Разочаровавшись затеей с театром, Петр решил перевоспитывать свое окружение и начать борьбу с костным укладом жизни русской знати. Именно танцы должны были помочь царю в решении его задач. Преподаватель танцев, танцмейстер,
стал одной из необходимых фигур в новом русском дворянском обществе. Учителя выписывались из-за рубежа. В их обязанности входило не только преподавание танцев, но и воспитание правил европейского обхождения – политесса. Петр ввел преподавание бальных танцев как обязательный предмет в казенных учебных заведениях, а в 1718 году издал свой знаменитый указ об ассамблеях, положившим начало публичным балам в России. Ассамблеи начинались в 5 часов вечера и продолжались до 10. За исключением престарелых и больных, танцевать обязаны были все, иначе подвергались штрафу – осушение кубка Большого Орла. Царь всегда находил время посетить ассамблею и строго следил, чтобы его указания точно выполнялись. Обычно бал начинался общими церемониальными танцами. Это были медленные маршеобразные танцы со множеством реверансов, поклонов. Особенно распространен был польский, известный теперь как полонез. В нем из-за медленного темпа и несложной техники исполнения могли участвовать все присутствующие. Летом, когда Петр устраивал ассамблею у себя в летнем саду, церемониальные танцы часто проводились на воздухе. Зимой их исполняли с факелами или кубками вина. После того, как маршал бала объявлял об окончании церемониальных танцев, начинались зарубежные бальные танцы, минуэты и англезы. Заканчивались ассамблеи обычно массовым прощальным танцем. Однако манерные наземные танцы не вполне удовлетворяли и исполнителей, и зрителей. По свидетельству современников, по мере развития бала танцующие переходили на более яркие народные танцы – польский, черкесский и русскую пляску. Сам Петр, темпераменту которого мало подходили чинные танцы, изобрел свой танец типа немецкого гроссфатера. В разгар этого танца царь или маршал бала подавал условный знак музыкантам, после которого те ускоряли темп танца, превращая его в галоп. Танцующие, взявшись за руки, переходили из комнаты в комнату, а летом даже выходили в сад, образуя нечто вроде русского хоровода. По указу Петра было напечатано специальное руководство «Юность честное зерцало» или «Показание к житейскому обхождению». В этом труде содержались советы, как вести себя во время танцев. К концу правления Петра русское придворное общество вполне освоило зарубежные бальные танцы и стало приноравливать их к своей национальной эстетике. Ассамблеи, учрежденные Петром, сыграли очень важную роль как в развитии русского дворянского общества, так и в истории русского балета. Алексей Минуэт, пожалуйста. Thank you.
на смену петровским ассамблеям пришли балы. Балы были придворные, царские и даже детские. Слово «бал» и глагол «бале» осело в русском языке в XVIII веке и в переводе с французского означает «танцевать», «веселиться». На балах не только танцевали, но должны были уметь вести бальную беседу. Это умение показать галантность и даме, и кавалеру, уметь быть остроумным, иметь хорошие манеры и хороший вкус. На балах танцевали много танцев России. Полонез, минуэт, котильон, французскую кадриль, польку, вальс. Сейчас мы вам покажем полонез в исполнении учащихся второго класса преподавателя Ирины Владимировны Гулевой, затем подыграс и танец конькобежцев переводится с французского «паде патинер». Это как раз танцы, которые относятся к детскому балу. Детские балы обычно проходили в канун Рождества. Концертмейстер Сигитова Арина Николаевна. Пожалуйста, Ариночка. Thank you.
вы увидели танец романеску. Это итальянский танец 16 века. В России на балах этот танец не танцевали. Тем более это уже такой сценический вариант. Вот я думаю, что следующая тема нашей лекции будет историко-бытовой танец, вернее, бальный танец в балетном спектакле. Для каждого человека, воспитанного на русской культуре, конечно, бал ассоциируется именно с русской литературой, с нашими русскими классиками. Это Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Бунин, Куприн. Все такие переломные действия и встречи любовные проходили именно на балу. Я сейчас попытаюсь, перед тем, как показать вам вальс, мне кажется, что сюжет вальса как бы перекликается с пушкинской поэзией, со стихами.